Всем привет! У меня самоделка про игру, которую мы в прошлый раз снимали. Это зачарованный лес, где лежат самые редкие камни. Тут есть один игрок и два чучела с ним, как вы видите. И тут есть босс с косой. И там в этом сундуке лежат редкие камни. Вот. Вот такие камни там лежат, чтобы делать новых чучел, самых редких из этих камней. Вот таких. Зачарованный лес, как вы видите, на розовый, фиолетовый и бело-розовый. Потому что этот лес зачарован вон. И тут обитает босс, с которым игроку надо будет сразиться. Вот такая самоделка получилась. Первый человечек, это с кем они будут сражаться, повелитель этого леса. Вот. Второй, это игрок, он наполовину робот. Вот этот человек. Это дальше чучело простое. Дальше джинсовое чучело с дубиной и маской черной. И у него еще есть, куда можно ложить катану. Но у него отсутствует катана, потому что у него дубина. Дубиной легче бить. Пока. Если понравилась самоделка,